добрый день, папа, мама, девочки и мальчики. Сегодня мы будем делать с вами слона в обрывной технике. Итак, для этого нам понадобится шаблон слона, тонированная бумага, голубой синий цвет, либо синий картон, синяя бумага, серая цветная бумага, желтый цвет и несколько оттенков зеленого цвета. Также нам понадобится клей, маркер и фломастер черного цвета и ножницы. Наносим клей на трафарет и приклеиваем слоника к основе. Затем бумагу приготовленных цветов нарываем мелкими-мелкими кусочками. Кусочки серой бумаги наклеиваем на нашего слоника, таким образом, чтобы слоник был полностью обклеен серой бумагой. Вот мы закончили обклеивать слоника. И теперь приступаем к растительности. Мы берем бумагу зеленого цвета и с помощью разных оттенков делаем растительность, чтобы была наша композиция более живописная и красивая. Затем мы делаем травку, чтобы наш слоник шел по травке. Ну что ж, ребята, вот такая работа у нас получилась. Мы с вами закончили. Спасибо вам за то, что были вместе со мной. До скорой встречи!